Отечественной войны Евгений Викторович Лебедев. В этот день в домашней обстановке защитник Сталинграда принимал поздравления и теплые слова благодарности от представителей городской администрации и Совета ветеранов Мурма. В гостях у человека-легенды побывала и наша съемочная группа. Евгений Викторович Лебедев – человек удивительной героической судьбы. Каждый житель Мурома должен знать, что по сей день рядом с ним живет свидетель и участник одного из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны – битвы за Сталинград. Сегодня он принимает поздравления с днем рождения. Ветерану исполнилось 98 лет. В этот знаменательный день к имениннику с подарками приехали гости. Поздравляю! Всего вам самого доброго. Это примите, значит, от администрации округа, от Совета ветеранов, небольшой подарок. Вот уже почти 100 лет Евгений Викторович в строю. До недавнего времени он принимал активное участие во многих городских мероприятиях, писал стихи, помогал воспитывать молодежь и до сих пор готов делиться своими воспоминаниями. Для всех нас он важная часть героической истории великой страны. Сюда попало две пули. Одна между костей вот прошла, а другая разрывная вот здесь вот, разорвала, клок мяса вырвала. Если бы сюда попала в серединочку, жена все бы кисти лишилась. Дом Евгения Викторовича наполнен атмосферой душевного тепла и доброты. Здесь каждая вещь и каждая фотография напоминает нам о том, что мы живем в одно время с настоящим героем, человеком-легендой. От лица главы, от лица Совета ветеранов, от себя лично с удовольствием поздравляем его с днем рождения. Желаем ему бодрости духа, крепкого здоровья на долгие годы. Человек прожил непростую, но, как он сейчас нам сказал, хорошую, добрую жизнь. Было много огорчений, было горе в жизни, но он не сетует ни на что и говорит, что его жизнь была прекрасна. Коллектив «Муромского меридиана» присоединяется ко всем поздравлениям, которые прозвучат сегодня в адрес именинника, и желает Евгению Викторовичу здоровья и долгих лет жизни. Вадим Уколов, Илья Облетов. Наши новости.